goodness. Вам добрый день. Добрый день. Поздравляю вас. С Новым годом. С продолжением нашего служения. Ну да, давно не было. То, что летние каникулы закончились, заканчиваются. И мы будем продолжать. И еще раз поздравляю вас еще с одним событием, что нам год. Примерно 28 июля в прошлом году мы начали то, что мы начали. Мы до конца еще не знаем, как это называется. Но ясно то, что мы хотим, это мы хотим иметь служение, реальное служение, потому что вера без дел мертва. Понимаете это или нет? Я раньше не очень любил это выражение вообще, вера без дел мертва. Знаете, Мартин Лютер вообще не признавал письмо Иакова, потому что ему это больше напоминало повторение там, Нагорной проповеди, и, потому что вот откровение Мартина Лютера, оно строилось больше на вере, на том, что, потому что есть в другом месте, тоже в Писании, в Римлянах написано, что не делами, но верою оправдан человек. И поэтому есть соприкосновение, так верою или делами? Делами, которым двигает тебя твоя вера. Потому что, ну, действительно, ценность имеют реальные дела. Потому что, вот еще раз можно сказать, вера без дел мертва. Если вера – это просто говорить, просто думать, то смысла в такой вере нет. И я хотел вам прочитать стих. Не открывайте, в Матфея, в 4 главе, 23 стих. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о нем слух по всей Сирии, и проводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями, и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их. И следовало за ним множество народа из Галилеи, Десятиградия, Иерусалима, Иудеи и из-за Иордана». Для чего я это прочитал? Для того, чтобы поставить акцент на реальных делах. Потому что это начало служения Иисуса. Это то, как выглядело его служение. То, что видно было со стороны, что у него были дела. Да или нет? Он ходил, проповедовал Евангелие и исцелял всякую болезнь, всякую немощь. И все, кто приходили, все исцелялись. И множество народу за ним следовало. И слух про него шел. Да? У него реальные были дела. И это то, что должно быть в служении, на самом деле. Это то, что должна из себя представлять церковь. Не отдельный человек. Это то, для чего я сегодня хочу говорить вообще вот это слово. Хотелось бы, чтобы это было пророческое слово, и я верю, что оно немного пророческое. В том плане, что оно может показывать нам путь, который должны пройти мы. Как служение, как церковь. Как те люди, которых Бог позвал в служение, которые пришли в возраст. Правильно или нет? Мы сейчас действительно пришли в возраст. Помните, про Моисея написано, когда Моисей пришел в возраст, то отказался быть сыном дочери фараона. И вместо этого избрал страдать с народом, да, и быть с Богом. И действительно, вот так человек устроен, что когда он приходит в возраст, Вот этот потенциал, заложенный в него Богом, он начинает кричать просто внутри человека. Будешь ли ты, ты должен что-то делать, реальное, настоящее, что-то делать. И если ты загасишь как бы этот голос, ты, ну, загасишь, ты так и не войдешь в то, что ты мог бы войти. И стать тем, кем ты должен стать вообще, да? Поэтому Бог, написано, Он нас предузнал, предопределил. И оправдал потом через сына своего и прославил. То есть для каждого есть предназначение, для каждого есть тот потенциал, заложенный в него Богом, который должен однажды быть раскрытым. И если ты не раскроешь однажды свой потенциал именно в Боге, именно с Богом, то я думаю, что это и есть быть несчастливым человеком. А если ты раскроешь это, да, и войдешь свое призвание, предназначение, то это и есть быть счастливым человеком, войти в свою полноту, исполнить волю Божью
для твоей жизни. Потому что воля Божья, она это совершенная воля, воля Божья. Это совершенная воля, просто самое лучшее, что может быть для человека. Вот, поэтому, что я хочу сейчас подчеркнуть из того, что я сейчас сказал, то, что наша цель – это начать служить. Ну, видимое, да, это служить, это действительно принести плод. Это действительно вот то, что мы сейчас прочитали про Иисуса. Ходил, учил, исцелял. Все к нему стекались, то есть он был эффективным, правильно или нет? Он был результативным. То есть цель наша, да, как служения, как группы людей, как церкви Божьей на этой земле, это выполнять эту задачу Иисуса Христа, то, кем он был. Поэтому нам и сказано, Иисус сказал однажды Фоме: «Куда я иду, знаете, и путь знаете». Они ему сказали: «Ну не знаем, куда идешь, покажи нам путь». Он говорит: «Я есть путь». Я есть путь истинной жизни. Действительно, Иисус есть путь. И мы должны, помимо того, что мы его понимаем как Спасителя, Искупителя и жизнь саму, да, мы должны его еще понять как путь. То есть мы должны увидеть в нем эти элементы, которые помогают нам идти. То есть мы должны увидеть путь, да? Правильно или нет? То есть мы должны посмотреть, куда нам идти, направление. И вот эти вот моменты, как бы как пророчество, потому что сам Иисус шел по пророчествам. Вот я очень рад, что Алексей сегодня прочитал этот стих про то, что Петр отрубил ухо этому рабу, как бы пытался защитить Иисуса, не пустить его туда, куда он должен был пойти, на Голгофу, на смерть. И Иисус сказал: подожди, как же исполнится Писание? Как же исполнится Писание? Я могу позвать ангелов, но как исполнится Писание? И Иисус, мы видим, что сам Иисус, он знал Писание и знал путь свой, что ему должно пострадать, что ему должно быть преданным. Он не знал, как конкретно это будет происходить, но вот эти моменты, и когда они начинали сбываться, он понимал, все сбывается, все правильно, это правильный путь. Поэтому нам тоже нужно с вами знать свой путь. Когда он начнет сбываться, когда он начнет происходить, мы должны быть готовыми. Мы должны его где-то уже до этого посмотреть. Потому что это на самом деле очень круто в своей жизни иметь подсказки. Правильно или нет? Просто иметь подсказки. Потому что в этих подсказках мы можем иметь утешение, когда происходят с нами трудности. Да, для того, чтобы стоять, ждать или идти на испытания и так далее. Поэтому Иисус есть путь. И мы на него должны научиться смотреть как на путь. И на все, что написано в Библии. Потому что Иисус говорит то, что исследуйте Писание. Фарисеям он говорит: исследуйте Писание. Потому что все Писания свидетельствуют о мне. Все Писания вообще о мне. Он это рассказывал. А он есть путь. То есть он видел себя в этих всех Писаниях. И мы должны научиться видеть также и его во всех писаниях и смотреть разные моменты и накладывать их друг на друга, чтобы как можно яснее увидеть путь, увидеть свое предназначение. Поэтому мы уже сейчас с вами поговорили, мы уже видим цель, правильно или нет? Цель служения. Ну, то, что мы можем здесь сделать на этой земле, это эффективное служение своему народу, своему окружению, где мы живем, потому что тоже написано, он ходил по всей Галилее, да, он не пошел весь мир спасать, правильно, да, он начал служить вот в своей области, и это служение было эффективным, просто было эффективным, поэтому для нас это цель, для нас это уже какая-то мечта, для нас это уже какое-то видение, то, куда мы должны прийти. Потом, когда начнется уже, да, происходить это служение, мы можем увидеть, да, или будет оно идти, мы можем увидеть дальше элемент какой-то пути. Но сейчас для нас очевидно, что мы хотим служения. Аминь или нет? Хотим или не хотим? Хотим быть эффективными или нет? Или хотим просто играться в христианство? Хотим просто: Бог, дай мне, Бог, исцели мои раны, Бог, помоги, Бог, наполни, Бог, накорми и так далее. Разве в этом христианство? В этом тоже. В этом тоже для маленьких детей. В этом тоже. Но у нас есть путь. Опять же, то направление. Апостол Павел, он тоже формулирует это так, что доколе все не придем в единство веры, и доколе не придем в мужа совершенного, подобного в меру полного возраста Христа. Вот наш путь. Иисус наш путь для того, чтобы прийти вот в эту меру мужа совершенного полного возраста Христа. Вот он, полный возраст Христа, где Христос входит в свой полный возраст,
и служит реально людям, реально помогает, освобождает, воскрешает, исцеляет и так далее. Мы должны это тоже понять больше в духовном плане, потому что на самом деле исцеление, освобождение и требуется больше именно духовное людям сейчас, да? Поэтому мы тоже должны это понять. Помните, когда Иисус говорит то, что вот оно, лето Господне, да, благоприятное, когда Он говорит: «Я пришел исцелить сокрушенных сердцем, отпустить измученных на свободу, дать слепым прозрение» и так далее. Да, вот несколько таких моментов. И мы понимаем, что на самом деле Он больше перечисляет духовные вещи, правильно? Исцелить сокрушенных сердцем. Не исцелить как бы всех подряд, а исцелить именно сокрушенных сердцем. Правильно? От сокрушения сердец. Отпустить измученных на свободу. Именно вот измученных... людей, находящихся в рабстве. А какое есть основное вот это вот рабство? Ну, оно, рабство действительно нашей души, нашего сердца, рабство греха, рабство религии, там, рабство иллюзий каких-то, да, и так далее. То, что люди не свободны в первую очередь духовно. Правильно или нет? Потому что сейчас нет рабства, да, но есть вот это внутреннее рабство. И вот это Он пришел, дать слепым прозрение, правильно? Это тоже говорится об откровении. Поэтому... это для чего я сейчас это все перечисляю, не хотел это говорить, но это именно для того, чтобы мы понимали свою цель здесь, как служение, что мы хотим делать, правильно или нет. Мы должны для себя это определить, потому что если мы просто собрались и не знаем, для чего мы собрались, это, ну, это мало. Это опять же Богу потребуется время долгое для того, чтобы нас просто сказать, для чего вы собрались. Тогда мы просто будем терять время и не понимать, для чего мы собрались. Но здесь мы в Евангелии ясно видим, что у Иисуса было понимание, как будет выглядеть Его служение. Поэтому давайте теперь приступим к самой теме. Потому что сама тема, она больше, можно ее назвать как «Выйди из пустыни» или «Пройди свою пустыню». Все мы знаем, да, давайте вот прочитаем Матфея, 3 глава. Я прочитаю с 14 стиха, специально я прочитаю с крещения Иоанна, потому что будет серия тем, ну, как бы вот, как, и будет еще несколько проповедей, которые я хотел бы это все затронуть, для того, чтобы нам понять, как нам двигаться и что вообще это такое. Опять же, давайте, почему я хотел сказать, что эта тема пророческая, именно потому, что я хочу ее больше говорить именно для, как для церкви, как для служения, как для тела. Для того, чтобы у нас было понимание того, что Христос – это мы. И мы именно как служение. Потому что, да, сказано, что вы – тело Христа здесь на земле. И порознь друг для друга члены, но вместе вы – тело. Вы и есть Христос здесь на земле. И поэтому... мы и сами по отдельности, как маленький Христос, да, христиане, и мы проходим свой путь со своей пустыней, со своими вот этими моментами, но точно так же мы, как служение, должны пройти этот путь Христа для того, чтобы войти в полноту служения. Понимаете или нет, да? И однажды мы родились, год назад, нам всего год, мы родились. Мы верим, что мы родились от Духа, правильно или нет? Потому что мы как служение родились от Духа, потому что вот это так и происходит. Бог как-то через кого-то, каким-то образом, но сказал нам собраться, правильно или нет? Мы же собрались, значит, это Бог сказал собраться, и мы услышали явно, что у Бога есть что-то для нас. Мы почувствовали, что, я не знаю, как вот каждый из вас, но что у нас есть потенциал, что у нас есть желание служить Богу, что у нас есть связь с Богом, что мы способны слушать голос Божий. Я за этот год... вот просто в шоке от того, сколько Бог проговорил раз через различные вещи. Через внутри откровения, через сны, через там какие-то пророчества, через ситуации. То, что именно Он показывал явно и очевидно, что то, что это началось, это начал Он. Соответственно, для меня есть все факторы, символы налицо, что это как вот, ну, мы родились духовно, как служение, как Христос. Понимаете или нет? Как именно для того, чтобы однажды возрасти в мужа совершенного, в меру полного возраста Христа, как церковь, как служение. Для того, чтобы понести все то, что Он нес.
Но нам нужно быть готовыми. И Бог будет нас готовить, и не происходит все. Родились и сразу пошли, сразу чудеса, знамения, исцеления, все о нас пошел слух, да, как вот здесь мы про Христа прочитали, да, все. Какое-то время есть, время просто рождения, просто какого-то взросления, потом становления и так далее. Поэтому мы не привязываем сильно ко времени, но время есть для этого. И вот здесь третья глава. Начинается служение Иисуса, начинается с Иоанна Крестителя, с крещения его от Иоанна Крестителя. Иоанн же, тогда приходит Иисус из Галилеи, 13 стих, тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: мне надо накреститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? Но Иисус сказал ему в ответ: оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Тогда Иоанн допускает его. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И увидел Иоанн Духа Божия, который сходил как голубь, и не спускался на него. И все глаз с небес глаголющий, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Вот то, что здесь произошло, я почувствовал, примерно произошло как бы немного с нами. То, что, ну, я знаю, вот откуда мы, и это место, в котором мы были, многие из нас, те, кто начали, называли служением Иоанна Крестителя. И вот так произошло исторически. Всем нравилось в свое время так называть. Но и мы однажды еще об этом поговорим, вот об этой разнице служения Иоанна Крестителя и служения самого Христа. То, что, ну, сначала идет служение Иоанна Крестителя, потом идет служение Христа. И тут нужно тоже разобраться и провести вот эту разницу между этими двумя служениями. Потому что в этих служениях действительно есть разница. И я вижу, что здесь есть такие символы, что, знаете, когда Дух сошел с небес на Иисуса? Знаете, в некоторых Евангелиях написано: и крестившись, да, и когда Иисус крестился, сошел голос. Но я здесь вижу: и крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись ему небеса. И Иоанн увидел, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил у него как голубь и не спускался на него. Здесь есть очень важные принципы, что Дух вот этот вот сошел на него не когда он крестился, а когда он вышел из воды. А когда он вышел из воды. И для меня это очень важные моменты, когда он именно вышел из крещения Иоаннова. Когда он в него, потому что здесь не написано, и когда Иисуса крестили, на него Дух сошел. Потому что здесь именно слова так употреблены. И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и на него сошел, и отверзлись ему небеса. И отверзлись ему небеса. То есть мы видим, что и Иисусу не всегда были отверсты небеса. То есть, что такое отверзлись небеса, да? Пришло вот эта полнота откровений, что ему делать, как служить и так далее. То есть, откровение пришло полностью в нем, заработал. Но, во всяком случае, так в моей жизни происходит. То, что... Что такое крещение Иоанна? Это крещение покаяния. Это крещение в оставление грехов. Это просто первые шаги для того, чтобы сам Иоанн говорил: я крещу, я готовлю путь Христу. Я готовлю путь. И это как бы подготовка. Это не само служение. Это служение к подготовке к служению. Понимаете или нет? Поэтому служение Иоанна – это служение твоей подготовки к служению как Христа, да? Но я об этом хочу говорить потом. Просто я хотел на этом немножко зафиксировать вот этот момент, потому что сегодня я хочу говорить про пустыню, про вот это искушение, которые были у Христа в пустыне, именно вот про тот период времени. Искушение. Это народ какой. То есть, то, что я хочу сказать, Иисус не останавливается на крещении Иоанна. Он сначала заставляет Иоанна крестить его,
То есть, другими словами, он становится учеником Иоанна Крестителя, встает как бы под него, начинает с его служения, подтверждает сам, что то, что делает Иоанн, это истина. Но, тем не менее, выходя из этой воды, говорит нам о том, что это нужно на время, и это не суть, полнота. Потому что именно когда он выходит из воды, тотчас вышел из воды, и Иисус вообще время не теряет. Иисус умеет, вот в Евангелии он умеет распоряжаться временем как бы на 100%. Все, нужен факт крещения, он крестится. Нужно выйти из воды, он выходит из воды. И мне так хочется вам сказать еще один стих, подтверждение этому, потому что в первом письме Иоанна написано, что сей есть Иисус Христос, пришедший водою, кровью и духом. И дальше такой стих. Но не водою только, но водою и кровью. И дух свидетельствует об этом. Поэтому это очень важные символы. И мы о них поговорим однажды. Для того, чтобы понять нам и произвести вот эту параллель, что на самом деле христианство – это не быть в воде. Христианство – это не быть только вот в учении воды, только в учении очищения. Понимаете или нет? То есть, потому что вот именно крещение Иоанна, оно и держит людей на самом деле в таком состоянии без развития. То есть, согрешил, покаялся. Вот в этом постоянном как бы очищении Иисус выходит из этого крещения, то есть выходит из этого учения и идет дальше. Идет, делает свое служение. Поэтому вот и это очень важно нам это понять. Это вот такое откровение, которое в последнее время меня очень сильно затронуло и открыло мне многие моменты. Именно вот для служения, для эффективного служения. Потому что, если мы знаем, что Иоанн Креститель, он вначале делал свою работу очень хорошо, но в конце своего, когда он ушел, знаете или нет, что он даже испортил учеников, он послал их спросить Иисуса, а ты ли тот, кто должен прийти? Хотя сам в свое время пророчествовал про него, но когда пришли в его жизнь трудности, он не просто сам испортился, но он еще и учеников испортил. То есть он тот, кто должен был давать учеников Христу, и он сделал это вначале, отдал ему Андрея и еще одного ученика, знаете или нет, да? Он указал им на Христа. В конце своего служения он находится в таком состоянии, что портит разум учеников, посылая их к самому Христу, подколоть его, спросить, а ты ли вообще тот, который должен прийти. Понимаете, вот что может сделать чрезмерное нахождение в воде. Закрыть нам откровение о самом Христе и об эффективном служении Богу. Потому что Христос, кто... В той формулировке, которую я сегодня еще хочу сказать, что это эффективное служение Богу. Это Христос. Это действительно реальные дела. И давайте прочитаем тогда 4 главу. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения дьявола. И постившись 40 дней и 40 ночей, напоследок взалкал. И приступили к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Он же сказал ему в ответ, написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Потом берет его дьявол в святый город и поставляет его на крыле храма. И говорит ему, если ты сын Божий, брось все вниз, ибо написано, ангелом своим заповедает о тебе, и на руках понесут тебя, да не приткнешься, а камень ногою твоей. Иисус сказал ему, написано также, не искушай Господа Бога твоего. Опять берет его дьявол на весьма высокую гору и подсказывает ему все царства мира и славу их. И говорит ему, все это дам тебе, если пав поклонишься мне. Тогда Иисус говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся, и ему одному служи. Тогда оставляет его дьявол, и все ангелы приступили и служили ему. Вот это искушение есть практически во всех Евангелиях. В Евангелии от Луки написано, что вот тут мы видим в начале, что Иисус был возведен духом в пустыню. Мы иногда думаем, что когда приходит на нас вот это желание служить Богу, да, приходит дух, приходит вот это, мы входим в возраст, да, как Моисей, придя в возраст, отказался быть сыном дочери фараона. Но мы видим, и с Моисеем примерно то же самое случилось. Когда он изъявил это желание делами служить Богу, что с ним произошло? Его
выпинули из Египта. Его хотели убить, он был вынужден убегать, оставив все. И мы знаем, что 40 лет он не мог войти в свое служение. Мы знаем также Давида, который тоже у него было пророчество про него, кто он, что он царь. Да, но в то время был другой царь. И у этого царя был сын. И там ну, никак не могло быть, что он будет царем. Но подтверждения были. Он победил Голиафа. Он был очень успешен. Он действительно по всем символам Бог был с ним. И он побеждал. И он очень быстро построил свою карьеру. И пел для царя. Да? Но и для него были подтверждения. Все, он попадает в этот царский дом уже. Да? То есть как бы да, он был пастухом у своего отца, а тут бам-бам, и уже у царя, и уже друг, лучший друг с сыном царя, да, но все равно не царь. И, ну, вроде как бы близко, да, с одной стороны все подобрался, но потом у него испортились отношения с Саулом, Саул начал ему завидовать, Саул начал его бояться, кидал в него копье, хотел его убить, и Давид вынужден убегать в пустыню. И вот в этой пустыне он, я не знаю, говорят, примерно там, если посчитать, если когда он убил этого Голиафа, ему было лет 16-17, то на царство он, когда заступил, ему было 30 лет. То есть вот примерно 13 лет это была его пустыня, было его становление как личности. И, ну, у Иисуса мы видим 40 дней, правильно? Видим 40 дней, но очень концентрированных 40 дней. Не ел там, да, не пил, не знаю, пил, не пил, но были, и его сам дух туда повел. То есть мы видим, что, опять же, что это значит повел дух? Иисус знал Писание. Правильно или нет? Иисус знал Писание. Значит, Иисус вот этим вот духом, он принимает это решение, что все, ну сейчас пустыня, сейчас время пустыни. Когда у него вроде уже дух сошел, и вроде кажется, что вот оно время служить надо, правильно или нет? Все, вот они, небеса отверзлись, вот он, голубь сошел, да? И Иоанн увидел все подтверждения на лицо, иди служи, возлагай руки там и так далее. Но нет, он идет в пустыню. И написано, что дух повел его в пустыню. Ну вы как вот вы представляете себе, дух повел, так? Дух повел, да? Дух повел, это значит, понимание у него есть. Дух повел, это значит, он также Писание знал свой путь. Понимаете, Иисус знал свой путь. Потому что Иисус свой путь знал точно так же, потому что он знал путь Давида, знал путь Моисея, знал путь израильского народа, который был выведен из египетского рабства, проведен в пустыню, потом ему нужно было войти в землю обетованную. То есть определенная череда событий, которая должна произойти. Поэтому мы тоже не минуем, как служение, которое хочет служить Богу в своей пустыне. Аминь. И в этом я вам и хочу сказать, что это, ну, как бы, чуть-чуть пророческое слово, для того, чтобы нам понимать и быть готовыми, что будет в этой пустыне. Итак, первое искушение, с которым Иисус сталкивается в пустыне, это если ты Сын Божий. И вообще, дьявол и сама суть нападок дьявола, она все время была, вот, заключалась больше всего вот в этом слове, если ты Сын Божий. Если ты Сын Божий. Это первое, в чем мы должны утвердиться, именно в пустыне. Именно вот должны утвердиться в откровении в своем, кто ты есть на самом деле. Ну, потому что Бог через Иисуса Христа, написано, дал власть нам называться детьми Божьими. Все. Ты принимаешь Христа, как бы, да, вот это слово «принимаешь Христа» хотелось бы уже немножко вот, ну, изменить. Потому что, ну, людей и меня часто вот в тупик заходит, что это значит принимаешь Христа, принял я или не принял Христа, каковы вот эти факторы. Ну, по сути, это очень просто, то есть принимаешь ли ты все то, что написано в Библии? Принимаешь ли ты это все как для тебя? Понимаете? Принимаешь ли ты тот поступок, который сделал Христос? То есть мы от Бога отделены грехом однажды, и это факт, и поэтому нам плохо часто. Поэтому мы не знаем, как жить, поэтому мы слепые, поэтому мы падаем, поэтому у нас что-то не строится. Потому что Бог не может нас благословить просто. Не может. Хочет, но не может. Понимаете или нет? Тогда нам нужно только принять Христа. Принимая Его жертву, мы облекаемся в Христа, и Его кровь очищает нас, и Бог говорит, о, а теперь могу благословить. Теперь ты мой сын. Я не вижу Андрея, не вижу Алексея, Наташу, Катю, я вижу Христа. Это есть принять Христа. Это есть поверить в
то, что Бог послал Сына Своего Единородного в мир, дабы всякий не погиб, но имел жизнь вечную. Вот, все очень, в принципе, просто. Но как у нас это в голове происходит, пока мы до этого осознания придем, часто требуется много времени. Но давайте не будем терять время, будем просто в это верить, принимать, одеваться в Христа и все. И поэтому то, что будет происходить в пустыне, пока ты не можешь еще служить, пока ты не можешь использовать эту силу, которую дал Бог, на самом деле Он уже дал, но пока момент пустыни. Пока что такое пустыня? Пустыня — это где не растет ничто, где нет видимых плодов, где невозможно еще получить какие-то результаты. Это просто пустыня. Это место становления твоего там характера, духовной личности. И вот именно становление вот этих отношений с Богом по вере. По-настоящему, по вере. Не по каким-то вот моментам, да, видимым. Там вот именно видимые моменты были, когда Иисус крестился, вышел из воды, небо отверзлось, откровения хлынули, дух сошел и голос проговорил. Да? Но потом пустыня, и там уже небеса не развергаются. Там написано, что он там был со зверями даже, в других Евангелиях. И нет там ничего такого видимого, да, и там трудно, там жажда, там есть хочется. И постоянные вот эти сомнения. То есть что такое атаки дьявола? Это вот эти постоянные сомнения. Знаете, не помню, как... В каком переводе дьявол означает вот эти вот постоянные, вот как, знаете, вода, которая капает на камень, и она дырки даже делает. И есть такое даже пытка такая, когда человека привязывают, одна из самых страшных, ему просто капелька воды в одно и то же место падает. И вот она падает и падает. И вот где-то есть такое объяснение дьявола, что вот он именно такой. Что он как эта вот капель, которая готова тебе постоянно падать, падать. Это мысль, которая тебе может капать, капать, капать. А действительно ли ты Сын Божий? А действительно ли ты Сын Божий? И вот с Иисусом примерно так происходит. Во всяком случае, это будет происходить с нами. Если ты Сын Божий, написано, то скажи, чтобы камни сии сделались хлебами. Да, вот он сидит в этой пустыне, смотрит на эти камни, и эта мысль: я хочу есть, очень хочется есть. И я устал, и все, уже не могу. И вот эта мысль: ну ты же Сын Божий, скажи камням сделаться хлебами. И Иисус отвергает эту мысль и говорит: не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Ну, я опять же сказал, что Иисус время не теряет. В нем есть вот эта концентрация, есть вот этот минимализм, вот эта конкретика, которая должна быть просто, да? То, что... Но у нас это размыто временем, понимаете? У нас это размыто временем, годами и так далее. И вот эти вот атаки, они и настроены на то, чтобы заставить тебя просто вот начать играться в это вот... Я это назвал сверхъестественный материализм. Часто даже в церквях церкви этим наполнены. То есть, что я хочу здесь сказать, что часто церковь не входит в свое служение, потому что играет не в то, во что должна, делает не то, что должна делать, не понимает своего пути. Мысль вылетела вообще. То есть... Не, это я понял. Была такая хорошая мысль, чтобы вам объяснить это, и куда-то вылетело. Ну, сейчас поймай. Это важно. Попробую сбавить темп. Духовно. Ну, уже слова материализуют. То есть, вот куда идет эта атака? Как, с чем она связана? То есть, вот, все, поймал мысль. То есть, мы должны понять, какая цель у сатаны. Какая цель была здесь, вот в пустыне у сатаны? Остановить Христа. Правильно ли? Остановить Христа. Просто, чтобы он не стал делать то, что он должен был делать, выйдя из пустыни. То есть вот удержать его в пустыне. Правильно или нет? Чтобы он не исполнил, ну, не чтобы он не вошел волю. В свое служение. Чтобы он не вошел в свое служение. То есть, может быть, чтобы потерял время. Правильно тоже? Потому что, действительно, вот если мы хотим служить Богу, мы самое лучшее для нас время эффективного служения Богу — это в полноте своего возраста.
То есть, ну, желательно начать там в 30, в 40, хотя бы в 50 лет. Но если мы попытаемся начать свое служение в 60, в 70, в 80, то это уже не сможет быть такое эффективное служение, правильно или нет? А все это время, хотя бывает по-разному, наверное, да, пути Господни неисповедимы, но у нас есть вот эта вот активность наша, да, физическая, духовная, и мы понимаем, что это очень важно в правильное время выйти в свое служение, войти в свое служение и не терять времени, потому что действительно время очень ценная штука. Очень ценная штука, единственная, наверное, самая главная ценность, которая у нас есть. Вот. Поэтому задача дьявола, как я здесь вижу, просто вот заставить человека начать играться. Если ты сын Божий, скажи камням сделаться хлебами. И вот что я вижу, что иногда происходит в церквях или в нас, и то, что мы пытаемся сделать камни хлебом во имя Иисуса Христа. Пускай камни сделаются хлебом. И мы сидим и смотрим, и может быть, и еще раз пробуем. И камень зашевелился. О, у меня зашевелился камень. И мы можем рассказывать долгое время своим друзьям, что хлебом не стал, но зашевелился. Правильно или нет? Зашевелился. Или мне показалось, что он стал хлебом там и так далее. То есть задача дьявола ввести нас в что-то, что, ну, во что не нужно входить. Задача дьявола вот в этом искушении, это заставить его, тебя слишком много внимания обращать на твою собственную нужду. То есть на твой голод, на твое как бы внутреннее состояние, да, на то, что ты сейчас испытываешь, то, что ты сейчас хочешь. И все. И он тебя спрашивает, ну, то есть, грубо говоря, это все происходит как бы в тебе. Потому что мы не можем как-то отличить голоса и сказать, это дьявол меня искушает часто, да, мы, в нас все перемешано, это просто вот часто мы сами, которые строим себе какие-то иллюзии по отношению к чему-то, да, и мы можем вот потерять время, можем просто начать унывать, расстроиться, да, из-за того, что нам не становится камни хлебом и все, и потерять в это время, и все, и тогда я не христианин и не сын Божий. Потому что начал пытаться делать камни хлебом, начал хотеть, чтобы эти камни стали хлебом, понимаете или нет? Начал хотеть, чтобы Бог быстро решил мои нужды сейчас. Вот к чему я вас веду, да? То, что Он хочет заставить нас перестать доверять Богу, Его задача, да? И вот это вот в пустыне может происходить. Это то, что происходило с народом Израилем, то хлеба нет, то перепелов нет, а там пустыня-то была всего 11 дней пройти, надо было потерпеть и войти в землю обетованную, а он их, получается, все поколение, я не знаю, он, не он, они сами, получается, все поколение умерло в пустыне, да, у них было манна, да, у них периодически прилетали перепела, но в землю обетованную они так и не вошли. Поэтому наша цель – это войти в землю обетованную. Наша цель – это войти в свое, то, что нам принадлежит, то, что обещано нам Богом, то, что эффективно, то, что приносит плоды, то, что видимо там, где текут молоко и мед. Аминь? Это земля обетованная. Это там, где, может быть, тоже будут какие-то сложности и так далее, но сам факт – это войти туда, куда Бог хочет, чтобы ты вошел. Войти в призвание, войти в себя и так далее. Поэтому то, что я сказал сегодня, слово как бы для нашего служения, для церкви и вообще для служения, точно так же мы можем и на себя накладывать какие-то определенные моменты, которые с нами происходят. Итак, мы поняли, что такое вот это первое искушение, первое вот это вот, на чем люди буксуют. На чем буксуют целые служения, целые церкви. Почему они не растут, почему они не прорываются? Потому что не умеют питаться Словом Божьим. Просто. Не на том основано. Они, ну, как бы, вот его цель была заставить его думать о своей нужде Христа, о своем голоде, о своих проблемах, о том, что не достает, а не смотреть вперед. Но мне нравится Иисус очень сильно, что он говорит, не теряет время. Он просто одним словом, одним пониманием, одним откровением полностью отсекает эту атаку, потому что знает, куда ему нужно идти. Он знает свой путь. Он знает, что он вошел в пустыню на время.
И что его христианская жизнь, она не закончится в пустыне. Понимаете, я действительно вот, ну, в отличие от того поколения, которое вот народ израильский, которое все поколение умерло в пустыне. Просто все поколение умерло. 40 лет. Но это не было 40 лет для того, чтобы прошло 40 лет, и они вошли в землю обетованную. А это было просто пока не умрут. И это важная вещь. И, ну, верите, не верите, я видел и вижу много христиан, которые, ну, они уже даже не верят, что вообще земля обетованная существует, и то, что это вообще для них. И то, что эффективное служение существует. Мы как будто бы, вот, ну, все... То есть, вот, это и есть дьявол обманул и заставил тебя жить постоянным. Вот ты просто даже дальше не пошел. Тебе не нужно даже второе, третье искушение. Тебе никто даже предлагать царство мира не будет. И на крыло храма тебя ставить не будут, как здесь происходило. Потому что ты и первое не прошел. Тебе достаточно было просто остановить тебя на уровне вот твоей нужды. Все, ты нуждающийся человек постоянно, ты постоянно сомневающийся в том, что сын ли ты Божий или не сын Божий. И ты просто играешься камни хлеб, хлеб камни. Все, твоя нужда и все, и состояние унылое, и ты не проходишь просто дальше, и все, ты остановлен. Ты находишься в состоянии постоянной потери времени. Понимаете, что такое вот искушение и испытание? Но у Иисуса, опять же, все сконцентрировано. Но я хочу провести параллель с пустыней Давида. Вот с этой вот в годах пустыни. Потому что у него точно так же, как и Иисуса, тоже вот было вот это, тоже с хлебом связанное испытание. Когда он только убегает от Саула и очень хочет есть. И люди его с ним, и тоже им есть нечего. И они приходят вот к одному из священников, не помню, как его звали, Афар, по-моему, в храм. И там не было обычных хлебов, и были хлебы, предложения необычные. И Давид уговаривает, другими словами, священника отдать ему эти хлебы. И священник отдает ему эти хлебы. И это мне означает вот этот символизм, что Давид в пустыне, первое, что он учится, это насыщаться Словом Божьим, наполняться Словом Божьим. И написано, что он ел сам и дал людям своим есть. Это то, что мы с вами будем проходить, и то, что мы должны научиться проходить. То есть мы должны научиться действительно, ну, питаться Словом Божьим. Питаться от Слова Божьего. Как бы ни было вот снаружи тяжело, как бы ни казалось, что туда идем, не туда идем, то происходит или то, внутри каждого из нас, как именно служение, должно быть вот это понимание и вера в то, что не хлебом единым жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Поэтому я рад, что вот, ну, вы здесь. Поэтому я бы хотел, чтобы мы это поняли и просто этому научились. То, чтобы мы просто вот научились, что Бог, Он знает, что у нас есть предназначение. Что однажды пустыня закончится. Что однажды мы не просто вот... вот это вот, ну, все так закончится, да, но мы выйдем, и будут и масштабы, будут и служение людям во всей полноте, то, что было у Иисуса Христа, но для этого нужно научиться питаться Словом Божьим, и понять, как это работает, осознать, как это работает, для того, чтобы вот тренировать эту веру и утвердиться вот в этих основополагающих моментах, что Бог живой, что Он заботится, что не всяким хлебом единым сыт человек, и что ты сын Божий. Чтобы уже не было у тебя вот этого вот сомнения, а сын ли я Божий, а со мной ли Бог. Бог говорит с тобой. Он поэтому сына своего не пощадил, но предал его в жертву за всех нас. Тут однозначно уже мы должны утвердиться в этом и понять. Все. Не потому, что ты хороший, не потому, что ты, может быть, плохой, или красивый, или умный, или даровитый, какой бы ты ни был. Просто потому, что Иисус был отдан за то, чтобы ты имел эти настоящие живые отношения, чтобы Бог мог кормить тебя своим словом. Бог мог растить тебя в эту полную личность Иисуса Христа, да, в меру полного возраста мужа. Так, дальше. Вообще бы, по идее, можно было бы закончить на этом, потому что это, ну, основное такое искушение, и на самом деле, чтобы дойти до второго, до третьего, нам нужно время еще, да, и действительно преодолеть первое для того, чтобы к нам пришло второе и третье.
Но я как бы не хотел на этом заканчиваться, потому что если бы я закончил на этом, мы бы так и остались в пустыне. Я все-таки хочу немножко так пророчески провести нас дальше и показать, что нас ждет, если мы начнем питаться Словом Божьим и начнем, действительно пройдем это искушение, и все, и дьявол как ничего не останется, как предложить нам что-то другое. Понимаете? Как там происходит? То есть, когда он прошел первое, ну все, придется вот второе предлагать, второе, третье. И потому что, ну, действительно, вот, если вам интересно, просто вот можете поизучать историю, посмотреть вот просто последние года, что есть церкви, которые действительно вот прошли первое, но остановились на втором или на третьем, забуксовали просто. То есть, это как, а есть вообще, большинство, конечно, даже первое не прошли. Потому что вот они как на нуждах остались, вот на этих, так и вот в этих нуждах и варятся, да, и никто им ничего другого не... Но когда ты смотришь на церкви более крупные, более масштабные, которые вот уже начали выходить, то многие из них как раз были остановлены на чем? Вот на втором и на третьем. Второе и третье – это вот духовная власть и материальная власть. То, что я здесь вижу. И вот кто-то был остановлен на духовной власти, кто-то остановлен на материальной власти. Причем, если мы поизучаем эти два остальных искушения, то очень интересно так идет, что у них нет последовательности. В одном Евангелии дьявол искушает Иисуса, сначала предлагая ему прыгнуть с крыла храма, и ангелы понесут ему, а потом предлагает ему все царства мира. А в другом Евангелии дьявол сначала предлагает ему все царства мира, а потом предлагает прыгнуть с крыла храма. О чем это говорит? Ну, Библия книга совершенная, поэтому для меня это говорит, что это может приходить как вот так, так и вот так. Правильно? Как в одном порядке, так и в другом порядке. И в принципе, смысл у этих двух искушений один и тот же. Власть. Власть духовная и власть, то есть власть над духовным миром, духовная власть. То, что мы вот, да, читали, если ты сын Божий, и взял его дьявол, написано, в святой город, и поставил его на крыле храма, и сказал ему, бросься вниз оттуда, ибо сказано, ангелом своим заповедает о тебе, и понесут тебя, и не брекнешься ногою своей о камень. В чем здесь искушение? Вот в этой духовной власти. То есть, это когда, вы знаете, вот, если честно, нам кажется, что вот эти два искушения, они более легкие, чем вот эти с хлебами. Действительно так, в практическом применении. Потому что часто нас до второго, до третьего еще никто не доводил. А вот первое, оно для нас. Это связано с голодом, правильно? Это связано с нашей нуждой. И вот это нам ближе всего. И действительно, наверное, трудно отказаться от еды, да, когда вроде как у тебя есть возможности покушать. А вот во втором и третьем, казалось бы, ну что может быть проще, если дьявол тебе что-то предлагает? Ну это же дьявол. Надо же отказываться по-любому. Просто потому что дьявол предлагает, дьявол привет, прыгнет. Ну что, я дурак вроде прыгать, зачем мне прыгать там и так далее. Правильно? По сути, простое очень искушение. Но это второе искушение. Значит, оно должно быть сложнее, чем первое искушение. Правильно или нет? По логике. И просто Христос их проходит так. Мы видим символы. Мы видим, опять же, сжатую информацию, что у него есть явное понимание, кто его искушает. Что это дьявол на самом деле. И когда ему предлагает царство мира тоже. Ну что за развод? Вот мне сейчас подойдет кто-нибудь и скажет, я тебе предлагаю все царство мира, да? Конечно же, это легко отказаться, правильно? Потому что кто я такой, чтобы мне вот предлагать царство мира? И, конечно же, это сатана. Бог же это не предложит и так далее. Нет, ну как бы... А вдруг это Бог? В реальности. Вот. Поэтому я считаю, что здесь... В этом искушении самое главное разобраться, от кого предложение идет. От кого предложение. И вот в этом заключается вся вот тонкость и сложность этого искушения. То есть, другими словами, у тебя предоставляется возможность. То есть, он берет его, ставит на крыло храма и говорит ему, да, ну вот если говорит как человек, это одно. А другое дело, когда ты вот действительно на крыле храма. И с чем я хочу сравнить крыло храма? Что такое крыло храма? Это храм, правильно? Храм Богу принадлежит, правильно? То есть он находится, он не находится внутри храма. Он находится на крыле храма, да? То есть он вроде как бы, это все принадлежит храму, но это крыло храма. Тогда это о чем говорит? Это крайность. Это какая-то высокая крайность.
это какие-то высокие откровения, духовные побуждения, духовные, и вот ангелы, да, рядом, вокруг летают, и так хочется прыгнуть, и так хочется полетать, так хочется испытать это, действительно понесут или не понесут, правильно или нет? Понесут, то есть, понесут. А ведь действительно бы понесли бы, правильно, если он Христос. То есть мы иногда слышим это искушение в том, что... Ну, как бы, тебе предлагается прыгнуть с чего-то очень высокого и разбиться, да, и ангелы не понесут. А там фишка-то в чем, что ангелы-то понесут. Они понесут, потому что ты Христос. Но просто, опять же, и смысл этого искушения будет в чем? Ты опять потеряешь время, ты не войдешь в то служение, в которое ты должен войти. То есть для того, чтобы выйти из этого искушения и понять, что это искушение, нужно понять, что нужны реальные дела. Что духовность заключается не в высоких откровениях, и глубоких откровениях, и в ангельской силе, да, и в ощущении вот этой духовной власти, что ангелы тебя носят. А духовность заключается в том, чтобы реальными делами служить реальным людям. Почему я и начал сегодня это? Для того, чтобы мы просто как служение для себя, ну, как бы вот, почему я говорю, что хотел бы, чтобы это слово было пророческим, чтобы вот наше направление как служение, оно не было пропитано только вот тягой к каким-то глубоким, высоким откровениям и к каким-то вот, может быть, там, я не знаю, всяким-всяким духовным проявлениям, я не знаю, там, снам, пророчествам там и так далее, к чему-то такому высокому, но крайнему, правильно? Вот он, край храма, да? То есть ты уже на краю находишься, ты уже, тут и высота, и глубина, и ангелы, но это край. Поэтому для того, чтобы осознать и не впасть в это искушение, потому что, опять же, почему я это говорю, потому что я вижу церкви, видел, сейчас есть интернет, я вижу церкви, вижу помазанников, вижу проповедников, которые просто заигрались в высокое, заигрались в глубокое, заигрались в ангельское, заигрались в силы. Заигрались в эти моменты, и действительно, да, это работает, это, фуф, это круто, это высоко, это дух захватывает, но это не то служение, которое должно быть. Потому что почему мы вначале прочитали, что Христос, вот он как вошел в эту пустыню, так же и вышел из этой пустыни, без каких-либо там, да, без плаща невидимки, кольца там, или еще, я не знаю, чего там можно. Без двух сундуков денег там и так далее. То есть, что такое, опять же, искушение дьявола? Это иллюзии. Это иллюзии, потому что, да, Иисус знал, что он в пустыне, но дьявол его брал в Иерусалим, брал на высокую гору. То есть, вот в духе он был вот в этих разных местах, в иллюзиях он был в разных местах, и ему казалось, что вот оно, надо брать. Понимаете, надо брать. Вот ты стоишь, надо брать эту духовную власть. Какая хорошая возможность сейчас прыгнуть с этого крыла храма, полетать с ангелами. Дух захватывает. Круто, правильно или нет? Я вам говорю, что когда... это действительно так. Вот личный опыт моей жизни, когда Бог начал как бы явно мне говорить и наполнять меня своими откровениями, вот этой, показывать мне свою глубину в слове, высоту, ширину, действительно высокие какие-то мощные откровения. Вы знаете, что происходит? Христос маленьким становится внутри тебя. Тебе больше нравятся эти откровения. Тебе хочется больше вокруг этих откровений говорить и рассказывать то, что они захватывают. Они захватывают меня, они захватывают мой дух, они будут захватывать дух слушающих, они будут вводить в какое-то такое состояние, и это будет эффективно работать. Вот она, духовная власть. Ей хочется заиграться в любом случае, потому что, ну это же круто, правильно? Поэтому сейчас вот весь мир хочет этого. Люди подсознательно этого хотят, поэтому они придумывают эти всякие сказки про Гарри Поттера, Властелин колец там и так далее, потому что вот им нравится вот это вот все захватывающее, красивое и так далее. Но поэтому я говорю, что мы должны понять, что есть храм, это то, что мы говорили, есть его крыло, есть вот эта высота, есть эти крайности, но есть святое, святое святых. Ковчег Откровения, где сама суть, где сам смысл вещей, где Иисус Христос, где Его кровь, где вот где настоящее. Поэтому, чтобы нам не заблудиться, не залетаться, не заиграться, всегда нужно возвращаться к сути и к реальным делам. Понимаете, реальные ли это дела, служение ли это, или это просто игра в духовность. Понятно, что такое вот второе искушение?
И третье искушение, оно действительно, ну, тоже понятное, когда дьявол предлагает ему все царства мира. Вот, да, тоже берет его на гору. Опять же, да, что я здесь вот вижу, эти моменты, что то, что Иисус понимал. Еще такой очень важный момент. Вы знаете, что вот дьявол искушал Иисуса в том, кто он был на самом деле. Он знал, Иисус пророчествами знал, кто он. Что он царь царей, Господь господствующих. Что ему царство принадлежит, что всякое колено преклонится пред ним, что он будет пасти жезлом язычников и так далее. Это все Христос, и он будет царь царей, Господь всех господствующих. Но смысл был в том, что ему, он знал, что ему нужно пройти еще этот путь, что ему нужно еще людям послужить, потом на Голгофу пойти, умереть, воскреснуть, пройти эти сложные моменты и потом получить все это царство. Но дьявол уже ему предлагает, уже, понимаете, просто на фоне того, что он получил Духа. То есть это вот когда Иисус выходит из этого крещения Иоанна, получает Духа, небеса ему разверзлись, он получает это откровение, и что это значит? Пред ним возникают вот эти возможности. Вот эти вот возможности духовной власти, власти вот этих откровений Божьих, мудрости Божьей совершенной, с помощью которой он может, ну, действительно, весь мир себе подчинить. Просто. Потому что, ну, возможности колоссальные. Но он отказывается от этих возможностей, отказывается от этого пути, не в приобрести это не в свое время, и получить это, или возжелать этого не в свое время. Понимаете? Но искушение было именно на фоне того, что действительно ему принадлежало в будущем, но не сейчас. И поэтому просто дьявол хотел его от этого отвести, на самом деле, предложив ему это все сразу и бесплатно. Но Иисус должен был за это заплатить. Поэтому то, что мы должны понимать всегда, это то, что, ну, все должно быть постепенно, все должно быть по Писаниям, по Христу, что если время проходить пустыню, значит, нужно проходить пустыню, и не нужно стремиться к тому, чтобы быстрее, быстрее как-нибудь получить любыми методами и так далее. Потому что мы можем действительно вот видеть, и я опять же хотел сейчас, для того, чтобы еще яснее вам это все стало, как искушает дьявол, на Давиде это показать. Потому что вот мы посмотрели, что у Давида была пустыня тоже. И он ел там хлебы тоже, да? То есть он научился питаться от Слова Божьего. Но потом у него было два раза возможность убить Саула. Знаете? Это те же самые два искушения дьявола, которые у Христа. Но только мы читаем про них немножко в другом свете и немножко вот в другом ракурсе. И поэтому я и говорю, что эти два искушения, они очень похожи. Это духовная власть и материальная власть. И вот у Давида точно так же возникает два раза возможность получить власть в свои руки. Именно ту власть, которую ему Бог сказал, что у тебя будет. Ты будешь царем, ему было сказано. Ты будешь духовным царем и ты будешь физическим царем. Правильно или нет? То есть у него вот все то же самое. Но единственный, кто стоит перед этим, это Саул. Это Саул. И помимо того, что он не просто стоит, и Давиду надо не просто ждать, а он охотится за Давидом и хочет убить Давида. И вдруг вот однажды у Давида возникает такая возможность. В пещере, где он прячется, приходит Саул туда по нужде. И знаете, что самое интересное? Ему люди, которые находятся с ним, говорят Давиду: вот твой Бог предает твоего врага, врага в руки твои. Давай. Давид говорит: нет. Вы представляете? И потом, когда он выходит, он это не делает, он отрезает кусочек одежды у Саула, показывает ему и говорит: Бог предавал сегодня тебя в мои руки. Я не стал этого делать. Тогда мы видим, Иисусу в пустыне дьявол предлагает, очевидно все, а Давиду Бог предлагает. И тогда и мне больше это становится, вот это все понятно, что на самом деле ты в момент искушения не можешь понять, кто тебе что предлагает. Ты можешь только смотреть на, как бы, действительно то, что чувствует и ощущает твое сердце, право ли оно, чисто ли оно, в намерениях, то, что действительно, ну, сейчас время это получить или не сейчас, и какими методами это все достается. То есть Давид, он отказывается, вот, ну, сам Бог ему говорит: убей, все, это твой враг, который за тобой гоняется, но этот же враг является помазанником, и Давид говорит: нет, я не сделаю этого. Хотя ему сами люди говорят: Бог тебе дает, Бог тебе дает.
Да, по Иисусу мы видим, что это на самом деле дьявол искушает. Правильно или нет? Можем мы так сказать или нет? Или не можем мы так сказать? Можем. Поэтому ясность становится. Я здесь вижу, что Иисус идет в пустыне по Давиду, по пути Давида. То, что он также видит, что он говорит, что не всяким словом, но хлебом. Он знает, что Давид питался хлебом в пустыне с престола Божьего, питался Словом Божьим и был жив не хлебом, а Словом Божьим. И точно так же уже знает, в каких областях дьявол будет искушать и как он будет искушать. И тогда он понимает, что это дьявол просто. И тогда он его как бы отгоняет. Он отгоняет от этой несвоевременной возможности занять ту позицию, которую он займет однажды. Но она не своевременная, она еще не сейчас. Он еще в пустыне. И вот так вот происходит, и поэтому он отказывается. И на самом деле вы не представляете, какой силы это искушение у Давида убить Саула. Я просто понял это, потому что, ну действительно, там страх со своей жизни был. Там была пустыня, там были все пророчества на его стороне, что он будет царем после Саула. И вдруг его в пещеру приводят одного. Все, нужно делать дело, но он не делает дело. Он боится Бога по-настоящему, он боится убить помазанника. И он знает, ну вот, например, как бы думал я, какая логика могла быть, ну убью я его, да? Но народ ведь меня за это не похвалит на самом деле. Они сейчас вроде как, да, я начну быть царем, но это будет как-то не по-настоящему. Я буду царем, но с кровавыми руками, который убил царя. Да, вроде и Бог дал, да, он вроде за мной охотился, но не могу. И у него борьба, и его люди говорят, убей. Его люди устали ходить в пустыне тоже. Его люди точно так же, как и он. Вот понимаете, еще в чем заключается искушение? Я сейчас говорю про служение. Я сейчас говорю про служение. Как это может происходить в церкви, да? Что мы можем как служение быть какое-то время в пустыне. И будет хотеться побыстрее из него выйти. Понимаете? И будут, может быть, возникать какие-то методы или будут какие-то нападки. Ну вот же, давайте, вот это или вот это. Я не знаю, как это может происходить. Но какие-то неправильные методы. Начать пользоваться духовной властью, начать пользоваться откровениями для того, чтобы там побыстрее стать богаче там, и так далее. Но нужно понимать, что есть пустыня и что на самом деле нужно реальное служение людям, а не просто ну, самим чувствовать себя побыстрее, комфортно, безопасно и так далее. И все. И поэтому Давид он понимает, что царь, и призвание царя – это заботиться о людях и служить людям, а не убить другого царя. И он отказывается от революции. Он отказывается вот от этого модного слова, которое сейчас в церквях преобладает – реформация церкви. Что давайте вот эти вот старые движения и люди, которые стоят там в руководстве церквей, сейчас действительно ну, многие вещи такие творятся не очень правильные, когда молодое поколение начинает говорить плохо про то поколение, которое их вырастило, да, и может быть пошло не туда, может быть стало делать вещи не так, и уже может быть Бога с ними нет, и оно, это молодое ощущение, поколение, может быть как мы можем ощущать, что Бог уже с нами, а с ними его нет, и у нас тогда есть какое-то искушение начать говорить против этого поколения, начать предъявлять какие-то вещи, вы что-то не так делаете или так, мы видим, что вот от этого Давид себя убирает и говорит, нет, я не буду трогать помазанника, потому что он от Бога на самом деле был в свое время, и все равно, и это факт, и он не трогает его. И я говорю, почему искушение очень сильное, потому что Давид второй раз встречается с таким же искушением. Вот представляете, после этого первого искушения, да, этот Саул говорит, о, Давид, ты крутой, ты будешь царем, и говорит, я не буду за тобой гоняться, и все будет хорошо. Но через какое-то время у Саула опять едет крыша, и он опять начинает гоняться за Давидом. И вы представляете, вот как вот Давиду, да, блин, надо было убить, и люди все говорят, убить надо было, че ты, слабину-то дал, да-да. Слабину дал, убить надо было.
Понимаете, и вот это вот опять состояние. И тут раз, и еще раз такой же шанс. Представляете, приходит ночью к этому полку, и вот человек ему говорит, давай, я, говорит, это, не промажу, тебе точно говорю. Вот Саул спит, и человек заносит копье, говорит, я не промажу. Я тебе говорю, с одного удара и уснет на это. И никто даже не узнает, кто это сделал, по большому счету. Потому что они все проблемы будут решены. Но Давид говорит, нет. Представляете, мы иногда, ну как бы мы же привыкли, что Бог, Он как подтверждением иногда говорит, Он тебе дает какую-то возможность. Ты вот раз ее не взял, и потом, когда второй раз дает возможность, ты уже говоришь, ну то точно от Бога. Правильно или нет? Мы же привыкли так мыслить. И вот представляете, как противостать Давиду вот в этом искушении, когда Бог второй раз ему говорит, что давай. Поэтому нужно много мудрости для того, чтобы вот понимать, где ты находишься, кому ты собираешься служить и в чем заключается наше служение вообще. Что наше служение заключается не в быстром достижении каких-то видимых результатов, каких-то, я имею в виду, видимых результатов в плане там зданий, залов, количества людей там и так далее, но действительно в реальном служении людям. Действительно вот, ну, как Иисус, Он служил, изгонял, словом исцелял, и служение было эффективно. И он вышел из пустыни с пустыми руками и начал просто эффективно служить Богу. И вот в начале, когда он заходит в пустыню, там написано, что Дух его повел в пустыню. Но когда он выходит из пустыни, там написано, и возвратился Иисус в силе Духа из Галилеи. И все, и пошло-поехало. Поэтому, ну, пустыня вещь такая хорошая, интересная, которая действительно нас способна, ну, закалить, научить, питаться Богом, показать нам действительно вот эти все методы, показать нам, кто мы есть, провести нас через вот эти вот правильные экзамены, правильные принципы, для того, чтобы действительно вот мы, как служение, стали сильными, эффективными, действительно в силе Духа. Понимаете или нет? Понимаете или нет? Да. Ну, да, конечно, понимаю. А? Так, цель сатаны, цель противника, цель того, кто хочет тебя остановить, не войти в твое призвание, это тебя сокрушить, поссорить тебя с Богом, заставить тебя желать своего и построить свою жизнь вокруг собственной нужды, заставить тебя сомневаться в том, кто ты есть, предложить тебе легкий путь. И я думаю, что если бы Давид убил Саула, это бы остановило его в итоге. Понимаете, просто. Если бы он убил Саула, это бы его, может быть, на время это бы облегчило его физическое вот это вот состояние, нахождение. Тут люди похвалили. А потом бы что пришло? Пришло бы чувство вины, чувство разочарования, чувство того, что он неправильно сделал, и уже назад не вернешь, и так далее. Понимаете или нет? Поэтому, ну, лучше действительно вот это все пройти для того, чтобы войти в настоящее служение Богу. Поэтому не так много церквей, не так много служений, которые пробились через это, через эти искушения, которые не остановились, просто вот не забуксовали на духовной власти, не заигрались в ангелов. Знаете, есть сейчас же вот по поводу, частный пример по поводу вот как это действует, то, что люди заигрались ангелами. Это, слышали, может, золотая пыль, камни, перья. Ну, то есть, я не знаю, что это, и не хочу это сильно критиковать, но просто могу понять, что это может быть как такая, как предложение остановки, то, что ты начинаешь играться, то, что действительно, я не знаю, там, действительно, не действительно, но вот у людей там на служениях, у них там на ладошках пыль блестящая, там, какие-то перья спускаются, у кого-то какие-то камни там рождаются из ладошек, да, и все это вроде как христианство, но для меня это просто больше остановка. Может быть, это даже и существует, может быть, это какие-то ангельские вот эти вот такие моменты, проявления, да, но я просто понимаю, что цель сатаны – это нас остановить, не войти в то, что мы должны войти, как бы увести нас туда, где мы не будем эффективными, украсть у нас время, посадить нас в иллюзии, правильно? Потому что вот, ну, если бы Иисус там все это возжелал и начал делать, он бы физически остался бы в пустыне. Ну, как бы вот, как будто бы
там крыло храма, гора, все царства мира там, и так далее. Понимаете? То есть есть еще иллюзии такие, которые тоже нас держат. Поэтому еще раз. Наша цель — это эффективное служение, настоящее служение, служение в силе Духа, через откровение, через то, что мы вышли из воды, через то, что небеса нам отверзлись, через то, что мы готовы пройти свою пустыню, хотим ее пройти, преодолеть, не остановиться в ней, не умереть в ней, не забуксовать, не потерять время, драгоценного времени, но сделать все правильно перед Богом, как сделал Иисус. Не потерял ничего вообще. За 40 дней прошел. Многие прошли. Еще, я говорю, вот тут Давид, это вообще что-то поразительное. Представляете, он не убивает Саула два раза. И после этого он воевал там с филистимлянами. Опять же, помогает Саулу воевать с филистимлянами, с другой стороны, со стороны филистимлян. Но в это время приходит враг в его собственный дом. Крадет всех жен, детей, стариков, все имущество, все. И все. И украл враг. И Давид со своими людьми приходит, он же находился, помогал Саулу исполнять волю Божью, драться с филистимлянами, побеждать народ. И вот приходит Давид в свой город, Сигелак он назывался, и видит вот это все опустошение. И там такая печаль была, и они плакали, пока слез не осталось. И написано, что люди хотели побить Давида камнями. Хотели побить Давида камнями, потому что, ну, он виноват, правильно или нет? Он же их вот туда вел, филистимлянами драться, а тут мы не защищали и так далее. И вот такая вот ситуация происходит. И я думаю, Давид, может быть, вспоминал, надо было завалить этого Саула в то время. Дурак я, наверное, да? То есть, я говорю, что вот реальность, вот, да, и окончание пустыни, оно, ну, разным может быть. То есть он даже, понимаете, вот он не сделал это. И он, понимаете, мы иногда хотим, что мы прошли свое искушение и сразу награду от Бога получить, да? То есть, а, Бог, похвали меня. Ничего подобного. Он не убивает Саула раз, не убивает Саула два. Люди не понимают, что ты не убиваешь. Может, ты слабак, может, ты вообще не руководитель. Может, ты не должен быть тем, кто ты должен быть и так далее. Начинают в нем сомневаться. И когда они воюют с филистимлянами, их дома разграбляют, они действительно, ну, ты точно не руководитель, ты точно нас не туда ведешь, потому что смотри, какие плоды на самом деле. Надо было Саула-то валить, сейчас бы уже все нормально было, жили бы уже в другом городе, и все бы нам служили и так далее. А Давид, написано, он укрепляется надеждой о Господе, спрашивает Бога, гнаться мне за ними или не гнаться. И Бог ему говорит, гонись, догонишь, догоню, догонишь, победю, победишь. И он гонится, и написано, даже когда гонится, половина людей обессилены и говорят, мы дальше не пойдем. И он с другой половиной людей гонится, нагоняют их, они там все пьяные ночью. Ну, в итоге они разграбляют, они всех там убивают, забирают всех своих жен и детей, забирают все нажитое теми людьми, не только свое, а все, что те много лет награбляли, становятся очень богатыми людьми, возвращаются, делят это все с теми, кто даже не добежал, потому что люди не хотели делиться, его люди не хотели делиться с теми, кто не стал поддерживать, кто остался. Мне, а Давид говорит, нет, всем, всем дадим, всех благословим. Ну и в итоге приходит в свой город, и все хорошо. Поэтому вот я вас хотел вдохновить, что нас ждет, и по-любому будет пустыня, будет становление, но то, что нам нужно научиться, это научиться питаться Словом Божьим, доверять Богу, осознать в том, что мы Его Сын, что мы, каждый верующий Его Сын, и мы как служение тоже хотим быть Христом, не Иоанном Крестителем, не просто каким-то служением, а именно Христом по всем вот этим вот моментам, потому что вся тварь что ожидает? Откровение сынов Божьих. Вся тварь с надеждой ожидает, когда же встанет настоящее, как бы, служение для Богу, сильное, которое пройдет вот эти испытания, которое очистит свое сердце через это, которое вот осознает свои цели и начнет это все делать и двигать. И тогда уже все, дьявол не мог прикоснуться, все, он отошел от него, не было места для него в Иисусе Христе. Поэтому вот такие пироги, поэтому пусть Бог вас благословит. И давайте будем проходить предлежащее нам поприще с радостью,
И на самом деле, если мы там почитаем Давида, вот и вот эти все моменты, мы поймем, что были и хорошие моменты, и интересные моменты, и красивые моменты, и в итоге была вот эта победа, и он стал царем. И вы понимаете, когда погибает Саул со своими детьми, и там такой вопрос, а кто царем-то будет? И люди отвечают, ну, конечно же, Давид. Конечно же, Давид, кто же еще может быть царем? И люди приходят и принимают его царем, и тогда он уже становится, ну, царем уже со всеми моментами, без крови на руках, без каких-то неправильных побуждений, и все, и начинает функционировать, как действительно царь, избранник Бога. Аминь? Аминь. А вот эту пыль, ты говоришь, на руках, что это такое?